Само собой, ну, это такая рандомная цепочка, то есть... А в ситуации обычного коммерческого микса я бы наверняка повеселился чуть более детально с каждой из педалей, а потом можно, ну, как угодно интегрировать это в микс, например, экспандировать от ближнего канала малого барабана, или гейтировать от какого-то из барабанов, или экспандировать от вокала и так далее. То есть сигнал с педалей потом, естественно, может еще обрабатываться внутри. Но краска, характер и, ну, интересные комбинации, которые могут возникнуть при работе с педалями, совершенно неповторимы. У нас остался еще один нетронутый товарищ в цепи под названием Death by Audio. Микрогармоник трансформер. Я, честно говоря, в таком вот около джазовом миксе сложно представить, к чему бы его можно было применить. Возможно, он сейчас пойдет снова на бас. Потому что это адский гитарный драйв, и странно использовать его, в общем, на джазовом вокале. Кажется, в таком драйве интересным мог бы быть малый барабан. Ну или вообще все барабаны. Давайте попробуем. We'll be right back.
такие эффекты могут показаться немножко странными, немножко безумными, но потом при работе над конкретной композицией они могут оказаться очень полезными в качестве инструмента по созданию событий в миксе, ивентов. То есть, когда нам хочется немножко раскрасить происходящее и добавить специй, педали — это хороший, хороший шаг к тому, чтобы получить интересные результаты. Мы посмотрели основные варианты использования. Само собой, в разной музыке это может использоваться по-разному. Также мы не забываем про то, что можно использовать это очень деликатно, подмешивая к чистому сигналу, не забыв перед этим, конечно, проверить полярность, или фазировку, как все по-разному говорят. Говорят, что есть правильный вариант, есть неправильный, но нас сейчас это не волнует. А сейчас, чтобы немножко переключиться на стилистически другие звучания, я взял небольшой барабанный луп и покажу, что можно делать с барабанным лупом при помощи педалек. И на этом мы на самом деле закончим, поэтому кому лень смотреть про барабанный луп, можно уже и не смотреть. Это дичайшая перегрузка, наверное, не надо, но иногда это может пригодиться, чтобы из обычного барабанного лупа создать такой более агрессивный ивент. Можно так. Или наоборот. Это странно. Thank you.
Спасибо, ребят.